Вот что было когда-то тогда-то. Смотри, он сейчас мимо пройдет. Я вам руки и ноги повырываю. Борька, стой! Сейчас ты будешь спрятаться от нас. Иди сюда, сопля. Мне капец. Ты че пацанов обижаешь? Сейчас мы посмотрим, кто кого. Ну давай. Давай, давай, подходи. Сейчас я тебе твою бомжатскую голову снесу. Ну, сейчас посмотрим. Это разве удар? Иди сюда, арбузник. Ого, какая классная длака. Ты за кого боеешь, Сём? Давай, пока они дерутся, убежим подальше. Не, давай досмотрим этот бой до конца. Ну ладно, смотрим до конца, потом валим отсюда. Получай с ноги. Ты что думаешь, я не могу ногой ударить? Ого, как бомсоек ударил его ногой. Видел, Сём? Ага, нормально приложил. Ну, наконец-то я вас нашел. О, папа. Привет, пап. Я вас 3 дня уже ищу, где вы лазите? Я был в плену у арбузника, потому что ты меня бросил, а он меня поймал. Ага, а я потом спас Сёму от арбузника. Так а чё вы тут стоите, чё вы домой не идёте? Мы смотрим, как бомсоек дерётся с арбузником. Прикольно же. Чё-то бомж Олег походу проигрывает. Ага, наверное, ему нужно помочь. Да, жаль, что ему никто не поможет. А чё вы на меня так смотрите? Иди помоги бомзу Олегу, вылуби арбузника. Да чё-то я не хочу. Ты чё, пап, боишься? Кто? Я боюсь. Да я этого арбузника с одного удара вынесу. Ну давай, иди. Смотрите, как батя может. Ой, промахнулся. Кажется, батя бомза случайно вылубил. Я вижу. Ты зачем меня ударил? Я вообще-то твоих детей защищал. Я хотел попасть в него, просто промахнулся. Я, по-моему, тебя где-то видел. Кого? Меня? Это ты мои арбузы воровал, а потом уехал. Это не я. Пап, ты что, забыл? Это же ты был. Олег, давай вдвоем его отмуздохаем. Ну давай, иди сюда. Испугался арбузник. Ага, аж пятки засверкали. Спасибо, бомсоек. Не за что. Все, я пошел. Еще арбуз сворую. Фух, наконец-то все это закончилось. Ну что, пап, поехали домой? Поехали. А где твоя машина? Я ее там поставил, недалеко. А вон то не твоя машина едет. Моя машина. Хорошая машина. Буду на ней арбузы возить. Вот чепушило! Вы знаете, где он живет? Знаем. Показывайте дорогу. Идем забирать машину. Иди за нами, пап. Подпишись за братиков. За батю комментарий напиши. За Борьку лайк и колокольчик. Если ты не пончик. Если ты не пончик, подпишись. Если ты не пончик, лайк поставь.